Ребят, всем здорово, перед вами Xiaomi Mi 8 Lite, вот его коробочка, вот это он. И в этом видео хочу вам показать, как установить root-права. Root-права, а именно Magic, я уже установил, а значит самая новая, самая последняя версия прошивки у нас на телефоне. И перед установкой root-прав я вам советую всегда заходить в настройки о телефоне и проверять обновления, чтобы у вас на телефоне была самая последняя версия прошивки, потому что после установки root-прав вы не сможете обновлять смартфон. Вам придется удалять root, обновлять, а потом уже снова устанавливать. Поэтому обновляемся до последней версии и после повторяем все за мной. На самом деле все очень просто. Значит, вам нужно будет скачать архив Magic Manager. Ссылочка будет в описании. Значит, скачиваем и бросаем в память телефона, microSD-карточка, абсолютно не важно. Главное скачать, а также вам нужно будет разблокировать загрузчик и установить recovery. Как это делать, я показывал в одном из своих роликов, где я ставил гол Android 9 на этот смартфон. Ссылка в описании, переходим, делаем все как там показано. И после того, как вы установите recovery, делаем все за мной. Значит, мы выключаем наш смартфон. И нам нужно его выключить и зайти в recovery. Поскольку вы уже будете там, то сейчас я подключусь тоже в recovery и покажу вам, что там нужно делать. В recovery мы кнопкой включения и увеличит громкость. Заходим, после вибрации отпускаем и ждем, когда запустится наш recovery. Итак, мы попали в recovery. Здесь на самом деле ничего сложного нет и никаких-то особых движений здесь не нужно делать. Все, что нам надо, это зайти в install, выбрать нашу память, в моем случае это флешка, вот так вот мы выбираем, и архив Magix 19.3 делаем свайп, ждем, пока установится. Итак, архив наш установился, нажимаем Reboot System и ждем, пока запустится наш телефон. Кстати, хочу отметить, что никакие данные у вас не сотрутся, то есть все, что у вас было, там приложения, игры и так далее, это все остается на своих местах. Просто добавится root-права и все. Все, аппарат наш запустился, идем в меню, значит, смотрите, обязательно подключаем Wi-Fi. Либо мобильный интернет, без разницы, главное, чтобы был интернет. Идем направо, листаем, и вот мы видим, появилась программа Magix Manager. Заходим. И программа вам выдаст информацию о том, что версия не актуальна, поэтому мы нажимаем «Обновить», «Установка» и «Обновляем». Нажимаем «Настройки», ставим галочку, нажимаем «Назад», «Установить». Разрешаем. Открыть. Итак, теперь обновляем второй файл, значит Magix сам, установка. Здесь выбираем прямая установка. Пробегут строчки, ждем, пока не появится слово перезагрузка внизу. Все, перезагрузка появилась, нажимаем перезагрузка. Сейчас телефон наш перезагрузится, включится, мы зайдем в Magix Manager и у нас уже все должно быть актуально. Кстати, пока вы не обновите до актуальной версии, root-права у вас не будут действовать. Сейчас, после того, как телефон включится, мы еще скачаем программу Root Checker для проверки root-прав и убедимся в том, что root-права у нас есть. Все, аппарат запустился, идем в меню приложений, запускаем, и мы видим, что все актуально. Давайте проверим, убедимся в том, что root-права у нас действительно рабочие. Для этого нам нужно будет скачать root checker. Скачиваем root checker. Root. Кстати, кто не знает, что за программа вообще root checker, она есть в Play Market, и вы можете ее оттуда скачать, поскольку у меня здесь уже аккаунта сейчас нету, я его прошивал.
Значит, с Play Market сейчас неохота скачивать, потому что надо вводить все эти данные. Вот, поэтому мне проще здесь браузер быстренько скачать и вам все показать. А вы можете сперва зайти в RootChecker, проверить до того, как вы будете устанавливать root права, чтобы убедились в том, что у вас root нету. Сейчас я вам покажу, как будет выглядеть программа, когда есть root права, а как, когда их нету. Нажимаем открыть, принимаем, здесь мы все пропускаем. И, значит, смотрите, если у вас root права нету, вы нажимаете проверка root, и у вас здесь будет красным все гореть. Если есть, то будет зеленым. Итак, нажимаем проверка root, нажимаем предоставить. Если у вас root прав нету, то предоставить у вас не появится. Все, пожалуйста. Написано, что поздравляем, root права на вашем смартфоне установлены. Вот и все, друзья. Такая легенькая инструкция по установке root прав. Ставьте, наслаждайтесь, пользуйтесь. Кстати, эту программу можно уже после этого удалять. Пишите в комментариях, для каких целей вам нужны root права. Ну и ставим лайк, подписка на канал. Всем пока, до скорых встреч. Perfect.